Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о духе отверженности. Еще один важный тезис. Чем больше людей вас отвергает, тем сильнее действие этого духа. В одной из предыдущих капель я говорил о том, что за массовым отвержением всегда стоит некий дирижер, некий один человек, который всем управляет и всем руководит. Но его задача не просто собрать против вас некоторое количество людей, его задача заквасить всех, чтобы вы не нашли в этом сообществе вообще никого, кто мог бы вас поддержать. Дух отверженности, первое, что он делает, он атакует Варнаву, он атакует человека утешения, он атакует того, кто готов собственный авторитет положить ради защиты того, кто на сегодняшний день находится под атакой. И когда в церкви или в вашем сообществе, в вашем служении нет таких людей, опасность очень велика, что абсолютно любой, кто будет неугоден кукловоду, будет атакован отверженность. Его задача духа отверженности не просто, я повторюсь еще раз, не просто, чтобы вас отверг один или два человека. Его задача настроить против вас всех. И даже не нужны какие-то прямые обвинения. Достаточно слухов, сплетен и ощущений. Итак, чем больше людей настроены против вас, тем сильнее действует дух отверженности.